Жилые районы Дальнегорска расположены в отрогах хребта Сихотэ-Олень. Здесь за последние 20 лет, с тех пор, как начали действовать первые цехи горно-химического предприятия, вырос настоящий город. Особенно высокими темпами сооружаются здесь жилье, детские учреждения, магазины. И хотя средний возраст жителей этого поселка 26 лет, и почти каждая семья имеет ребенка, проблемы с устройством детей в дошкольные учреждения тут нет. Выполняя план социального развития, предприятие для своих рабочих также построило современный спорткомплекс, дворец культуры, профилакторий, больницу. Высокое культурно-бытовое обеспечение способствует тому, что в объединении БОР текучесть кадров одна из самых низких среди предприятий Приморского края. Валерий Степанович, сейчас в цехах вашего предприятия в различных отделах обсуждаются основные направления нового социально-экономического плана развития предприятия на следующую пятилетку. Каковы его направления основные? Темпы жилищного строительства останутся у нас на прежнем высоком уровне. Если в предыдущую пятилетку мы успешно решили задачу обеспечения трудящихся объединения местами в детских садах, то на следующую пятилетку мы ставим задачу обеспечения трудящихся местами в детских яслях. Для укрепления спортивной базы, для отдыха и занятия спортом трудящимся объединения мы планируем строительство большого закрытого плавательного бассейна. Кроме того, мы планируем построить хорошую базу отдыха для наших трудящихся и новый санаторий-профилакторий.